Татарный номер два повторно приглашается. Батер ходом. Антипин. Готовится. Скребейка крысит. Настя первая работает. Коина Плюшманов, татами номер 5. Коина Плюшманов, татами номер 5. Со счетом 14-4 побеждает 7. Настюша первая. За счетом 11-6 победу выиграл спортсмен с красным поясом Бочкалов Константин, занимает первое место в категории до 50. Бросай! На татами номер два приглашается Скребейка Крыси. Настюша, соберись. На ковре номер один в финальные поединки. Категория до 38 килограмм. Бирюков, Сашников. За ними готовятся до 34 Анваров и Саров. Крысин, татами номер два, полуфинал, синий пояс, Крысин. Через 4 минуты на номер 4 приглашается Яковлева Ульяна, Титков. Давай еще раз так же. Еще так же. Бросай, давай, делай. Лан, бросай ее! На ковре номер один досрочно победа одержала спортсменка. На татами номер два приглашается Батерхонов Крысин. Финал. Весовая категория 46 килограмм. Анвар занимает второе место. Со счетом 18-14 на шестом татами